Всем большой привет! Я очень рада приветствовать вас на моем канале, как всегда. И сегодня будет очередное видео о покупках. На этот раз я хочу вам рассказать о своих покупках с сайта Shein. И также будет несколько вещей из других магазинов. Ну что ж, приступим. Если вам интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. В этот раз заказ сайта Shein меня очень сильно порадовал. Я осталась довольна абсолютно всеми вещами. Я заказала себе 3 футболки. Футболка – это просто необходимый элемент одежды на лето, да и, в принципе, в любое время года, но, конечно же, особенно летом. И также заказала себе еще одно платье, которое я планирую носить на пляж. Вот, ну, сейчас вам их покажу. Сразу же хочу сказать, что, возможно, вещи будут немножечко мятые, потому что, честно вам признаться, я получила эту посылку буквально 2 часа назад и сразу же решила записать для вас это видео. Начнем с футболок, и первая футболка выглядит вот таким образом. Она чисто белая, с таким очень классным принтом в виде девушки в очках и с красными губами. Этот акцент красные губы очень классно смотрится. Вы также можете, например, себе накрасить губы тоже красным или же какие-то красные аксессуары добавить, и будет очень круто. Вообще на сайте Shein именно на эту футболку очень много отзывов, и все отзывы положительные, и я с ними согласна. Футболка действительно выглядит очень классно, вообще никак не скажешь, что ты ее заказал с китайского сайта, как будто бы пошел купил ее в Заре, в Манго, в Страдивариусе, в общем, где угодно. Качество у нее потрясающее. К сожалению, я не знаю, что это за материал, натурально это хлопок или нет, но даже если это искусственный материал, он очень приятный к телу, такой в меру плотный, не сказать, что прям очень плотный, но и не тонкий. В общем, хороший материал, классная футболка, смотрится действительно очень стильно, и сочетать можно вообще с огромнейшим количеством нижней, скажем так, одежды, и с юбками, и с джинсами, и с джинсовыми шортами, и джинсовыми юбками, в общем, с чем угодно. Вторая футболка тоже очень классная, вообще все футболки хорошие по качеству, качество ничуть не уступает предыдущей. Мне в этой футболке понравилась ее такая довольно-таки яркая расцветка, сочетание темно-синего, белого и красного цвета. Мне очень нравится, как это смотрится. Мой гардероб именно такой расцветки футболка отлично вписывается под очень многие образы. Я могу ее подобрать. В общем, мне есть ее с чем носить, поэтому буду с удовольствием это делать. Тоже вам ее советую. Если вам нравится вот такая подобная расцветка, то тоже обратите свое внимание и вот на такую футболку в том числе. Ну и последняя футболка тоже с очень крутым принтом, как на мой взгляд тоже такая девушка, как будто бы, знаете, она из комиксов, видите, она тоже в очках, также с красными губами, но она уже выполнена в цвете, а не просто черно-белая, и здесь в очках у нее отображается такая вот парочка и слезы на глазах. В общем, не знаю, что бы это могло значить, но очень классно выглядит, очень стильно, круто смотрится именно, знаете, с такими голубыми, светло-голубыми джинсами в стиле мам джинс, или такие просто, как сейчас в моде, прямые джинсы, ну и также со скини. В общем, именно с таким светло-голубым оттенком очень круто смотрится. Но хочу вас предупредить, что именно эта футболка, возможно, камера этого не передает, но именно эта футболка, она не чисто белая. Если первая она была прям кипельно-белая, эта же футболка в жизни имеет такой немножко молочный цвет, хотя на сайте написано как белая, но именно в жизни просто имейте в виду, если будете ее заказывать, то она не кипельно-белая, а такой молочно-белый оттенок. Возможно, даже кому-то такой оттенок больше подходит. В принципе, мне как бы на это все равно. В целом она смотрится очень классно, и качество у нее хорошее. По мне, эта футболка самая стильная изо всех тех, которые я заказала, мне она нравится больше всего. Так что все ссылочки будут внизу, тоже заказывайте именно эти футболки, они действительно отличнейшего качества. Если вы их закажете, то вы абсолютно не пожалеете и не разочаруетесь. Ну и последнее, что хотела бы вам показать, это вот такое платье. Оно на самом деле потрясающего качества, из очень классного материала, похожего на натуральный хлопок. Вышивка на этом платье выполнена просто идеально, никакие нитки, ничего здесь не торчит, все очень аккуратно, также она и сзади тоже есть. В этом платье очень такие широкие рукава, и также на сайте Shein было огромное количество положительных отзывов на это платье, куча фоток модных блогеров в этом платье, здесь такие, кстати, завязочки в виде кисточек. Для меня лично, конечно же, это платье не на каждый день, и лично я, если честно сказать, не совсем вообще это платье представляю в городе, по крайней мере,
крайней мере, лично я его в городе точно носить не буду. Для меня это платье более такой вариант именно куда-то в отпуск, на выходные, не знаю, там на берегу реки или на море. Отлично будет смотреться оно на пляже. В принципе, для этих целей я его и заказывала. А так, конечно же, смотрите сами, смотря какой у вас стиль. Возможно, для кого-то это подойдет и чтобы в городе носить летом, но для меня это такой чисто пляжный вариант. Мне кажется, поверх купальника очень прикольно будет смотреться. Вот, где-то в отпуске, на отдыхе будет здорово. По крайней мере, выполнено оно очень классно. Или же, может быть, вам оно нужно будет для какой-то тематической вечеринки, потому что оно в таком очень интересном стиле сделано. Не знаю, как такое платье-вышиванка, что ли. Для меня это какие-то русские народные мотивы. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. В целом, платье очень классное и выполнено очень круто. Сайтом Shein это все. Все ссылочки на вещи будут внизу под этим видео. И теперь мы давайте перейдем к другим вещам. Первое, что хочу вам показать, это очень классная, как по мне, опять же, юбка, которую я купила, заказала в Заре. Стоила эта юбка 2000 рублей, и когда вот я ее увидела, я просто сразу же поняла, что она обязательно должна быть в моем гардеробе. Такие юбки там представлены были в трех расцветках, чисто черная, потом ярко-красного, такого алого цвета, тоже, кстати, очень классная, и вот такая белая, ну хотя, знаете, это тоже такой не прям не чисто белый цвет, а такой слегка молочный. И на нем такие темно-синие горошки и очень классные пуговички. Можно расстегнуть, допустим, одну пуговицу, таким образом будет более пикантный такой разрезик. Также на талии эта юбка идет на резинке со сборкой. Это очень женственно и очень красиво смотрится. Также спереди здесь есть карманы. И, конечно же, как я уже сказала, вот эти пуговички, они просто меня покорили. И вообще, знаете, вот такая юбка и расцветка в горох. Для меня это прям лето-лето. Сразу же такая прям летняя ассоциация. Тоже с отпуском, с морем. И очень захотелось мне иметь в гардеробе такую юбку. Поэтому буду с удовольствием ее носить. К слову, хочу сказать, что эту юбку я заказала в размере M. И абсолютно не прогадала, чуть-чуть она мне великовата на талии, но ничего страшного, я это взяла специально для того, чтобы она не была уж сильно такая короткая, потому что думаю, что если бы я заказала S, она была бы чуть покороче, а M немножечко подлиннее. В целом я очень довольна этой покупкой, и качество тоже у нее довольно-таки неплохое. На сайте, по-моему, было написано, что это вроде как 100% или, может быть, 90% хлопок, но в итоге мне она очень нравится. Кстати, я на сайте прям гонялась за этой юбкой. Поэтому, если вы хотели какую-то такую очень классную летнюю юбку, то обратите внимание вот на такую модель. И, кстати, ее можно сочетать тоже с очень многими вещами, практически со всеми этими футболками, даже которые я сегодня вам показала с сайта Shein, эту юбку можно с легкостью носить. Вот, поэтому я осталась очень-очень довольна этой своей покупочкой. И последнее, что у нас осталось, это покупки от H&M, и это две пары обуви и один аксессуар. Давайте начнем с обуви. Первое, это вот такие очень классные босоножки желтого яркого цвета. Скажу вам честно, я вообще достаточно давно уже хотела себе какие-то желтые босоножки на лето. Вообще, мне больше хотелось именно на таком высоком каблуке, но я подумала, что в последнее время, признаться вам честно, я как-то особо не ношу прям обувь на каблуках, потому что, ну, не знаю, как-то изменились у меня взгляды, может быть, с возрастом, может быть, еще по каким-то причинам, я не знаю, честно говоря, не могу это сказать, может быть, потому что в последнее время мне очень часто приходится передвигаться по городу, и, конечно же, на каблуках высоких это не очень удобно, поэтому я решила на лето купить себе вот такие яркие желтые босоножки на таком довольно-таки маленьком каблучке, он, по-моему, здесь 6 сантиметров, и такой довольно-таки толстый, устойчивый каблук. Сейчас вот такие каблуки очень актуальны, смотрятся стильно, вот, и поэтому решила заказать эти босоножки. Они замшевые, очень хорошего качества, несмотря на то, что они не натуральные, выглядят довольно-таки достойно. У меня размер 38, я заказывала их через интернет, через сайт, вот, и размер мне идеально подошел. Обычно я также ношу размер 38 русский, у меня размер ноги 38, и на сайте H&M мне тоже подошел этот размер. В общем, классно они выполнены здесь, очень такое женственное
Ну, носик очень женственный, такой немножко с переплетением, красиво смотрится, закрытая пяточка, и мне нравится вот этот хлястик, или как его назвать, и несмотря на то, что пятка как бы закрыта, здесь есть такие прорези, поэтому это не смотрится как-то громоздко или, знаете, слишком закрыто, утяжеленно, а в принципе очень классно выглядит, можно тоже сочетать с разными вещами, желтый цвет подходит ко многому, и вообще, знаете, в последнее время я полюбила желтый, может это даже заметно по моим желтым ногтям. Мне очень нравится, мне кажется, мне этот цвет подходит. И как-то, знаете, он вносит яркости, как не летом носить желтый цвет. В принципе, в другое время года, мне кажется, мы даже и не можем позволить себе этот оттенок. А летом, почему бы и нет, вот захотелось так немножко оторваться в виде таких желтых босоножек. Плюс они очень удобные. Вот, и также они, вот как я и сказала, подходят ко многим вещам, но особенно классно они смотрятся тоже с таким светло-голубым цветом джинсы, джинсовой юбкой светло-голубой или же с джинсами светло-голубыми, выглядит вообще бомбезно. Вот, поэтому тоже вам советую. Кстати, там подобные формы есть и другие босоножки черного и розово-пудрового красивого оттенка, поэтому присмотритесь. Мне лично нравится обувь H&M, она недорогая, но довольно-таки качественная, то есть мне нравится. И еще одна обувь, также от H&M, и также 38 размера, это вот такие кеды, они тоже замшевые, и очень красивого, такого нюдового, бежевого оттенка. Я давно хотела себе именно такие кеды, вот, чтобы они были именно такого или белого, а лучше именно такого бежевого, телесного, такого пудрового оттенка. Вообще идеально подходит под цвет кожи. И здесь такая вот толстая платформа. Это именно то, что я и хотела. Такой формы кеды. Они очень удобные, классно смотрятся и с платьями, и опять же с джинсами. То есть кеды такая вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе. Я раньше, честно признаюсь вам, не любила такую обувь, но в последнее время я просто обожаю кеды. У меня их в гардеробе не так много, вот поэтому решила приобрести вот такие универсальные, которые будут подходить абсолютно ко всему. Также у них довольно-таки неплохое качество, хорошо они выполнены, мне нравится их цвет, и мне очень нравится здесь вот такая вот золотистая штуковина, не знаю, как ее правильно назвать, но она такого красивого цвета, розовое золото. В общем, очень классно они смотрятся, стильно, вот. Поэтому тоже вам рекомендую. Вот такие хлястики также мне нравятся. Вот буду с удовольствием их носить. Ну и самое последнее, что хочу вам показать, это очень классный аксессуар этим летом. Вот такая вот повязка, шарфик, который можно использовать как повязку на голову, как шарфик на шею. Также можно повязать на сумочку, на ручку сумочки. Будет очень стильно смотреться. Я заказала себе вот такую. Можно так сказать, для меня это классическая бандана, наверное, но она выполнена из такого материала, очень гладкого, похожего на шелк, но это не шелк, она стоила 600 рублей, но выглядит очень классно. Мне захотелось именно красного цвета, потому что я люблю красный цвет, мне он, как мне кажется, тоже подходит, и также отлично вписывается в мой гардероб, даже, например, вот с такой юбкой можно надеть просто какую-то обычную белую футболку, добавить вот такой аксессуар, например, на голову, или же повязать на шею, и будет смотреться очень классно, такое стильное будет сочетание, поэтому обратите свое внимание вот на такие платочки. Также я еще хочу приобрести подобный платок в нежно-голубом цвете, мне тоже очень нравится. Вообще у меня есть три любимых цвета, а вернее всегда у меня было два любимых цвета, красный и нежно такой небесно-голубой, но как я уже сказала, в последнее время также еще к этим двум моим любимым цветам прибавился третий, это желтый. Вот, так что, в общем, советую вам такой аксессуар, очень много вариантов ношения, как я и сказала, на голове, можно на шее, с любой простой футболкой повязывайте, и уже ваш наряд выглядит совсем иначе. Также очень классно смотрится, например, с джинсовой курткой, тоже светло-голубого цвета, очень красиво ее оттеняет, в общем, круто. Также можно на сумочку тоже повязать, в общем, я осталась довольна этим аксессуаром. Ну вот и все, это были все покупки, которые я хотела вам показать на этот раз. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что, может быть, не понравилось, ну или вообще любые ваши мнения в комментариях приветствуются. Ну я буду с вами прощаться, большое спасибо, что посмотрели это видео, всем самого хорошего, встретимся в новых моих видео, и всем пока-пока, до новых встреч на моем канале!